Так, ну что? Посмотрим бета-тест. Класс Титан, Охотник. Блин, что-то выбрал. Икора, если это все-таки шутка, то должен признаться, я поражен. Поразить тебя, Кейт, дело совсем не трудное. Давайте посерьезнее. Завала. Я сама серьезность. Не видно? Икора, что у тебя? Кто-то или что-то Икора повредило нашу систему ПВО. И связь барахлит уже несколько часов. Отрубились все датчики за стеной. Может, дело в грозе? Так, а почему 30 FPS опять? А может, ограничение, что ли? Данные со спутников. Их нет. Это же хорошо? Нет. То есть данных это нет. Хуёво. У нас нет спутников. У нас а нет. Это уже плохо. Конечно, плохо. Быстро по местам! Вот она, евро 4, блядь. Все бегом ко мне! Немножко загазовали, да? Чего? О, теперь 60 FPS. Тупо в ролике 30 FPS. Это понятно. Повторяю, башня прием. Это City Hawk 723. Есть кто живой? Тишина на всех каналах. Даже на аварийной частоте. О, что у них там стряслось? Помнишь, я говорил, что ты слишком быстро летаешь? Забудь мои слова. Гони!
Наш дом. Ничего не осталось. Башня. Город. Мощнее брони только оружие. Вечно идут напролом по принципу, если вдарить сразу, вопросов не будет. Смотри. Так. Привязка плавишь. Вперед, жест. Говорит командир завала. Мирные жители, явитесь в эвакуационные пункты. Стражи, сбор на площади. Наш город не падет. Кейт! Эй, привет! Завал и геройствует на площади. Я на свидании с тем, кто это затеял. Я побыстрее. Арсенал открыт. Из него иди по тропе к ангару, откуда сможешь попасть на площадь. Я позабочусь об этих. Если Кабал хотят войны, они ее получат.
Ладно. Должно быть, это их флагман! Город атаковали. Взгляни на странника. Так, мой призрак называет этих кабал Красным Легионом. Икора, что у тебя? Одни слухи. Бойцы элитной фракции Кабал готовы умереть за командира. До этого дня. Сегодня им противостоят стражи. Но это не важно. Они штурмуют странника. Мы должны дать отпор. Отставить. Странник подождет. Мы защитим своих людей любой ценой. Thank you.
и сильнее. Будем обороняться, пока последний житель не покинет город. Берегись! Отступай на мой щит! Удерживай ворота! За ними наши шаттлы! Удерживаем оборону. Флагман следующий в моем списке. Снаряды! Укройся за моим щитом! Красного легиона подкрепление. Покажи им, на что способны стражи. Завала. Вот был последний шаттл. Но глашатая никто не видел. Я попытаюсь его найти. Я буду удерживать площадь. Иди с Икорой и найди глашатая. Так точно, командир. Надо бы догнать Икору. Глашатая нет. Ужасный регион. Больше мы ничего вам не отдадим. И пощады от меня не ждите! Завала! Она найдет глашатая. Нам надо добраться до флагмана. Отправляйся к Северной башне. Я пошлю за тобой Аманду Холидей. Она доставит тебя на флагман.
я ни разу не была. Завала, со мной твой страж, о котором ты все трындишь. Наставник на флагман, живо! Держитесь там! Завала, Икора! Завала с Икорой! Давай, здоровяк. Действуй же. Ну все, страж, пора задать им по полной. Голограмма может помочь. Дай-ка мне взглянуть. Пусти-ка меня к консоли. Там мы сможем найти план. Генератор щита должен быть в нижней части корабля. Окей. Шеф, куда идти? Хоть в нижнюю, хоть в верхнюю. Шеф. Кончаются. И огненная пушка начинает подводить. Что-нибудь слышно от Икоры? Как отправилась заглашатаем, ни слова. Стройся! Со мной! Нет.
должен быть впереди. Уничтожь турбины. Щиты должны вырубиться. Температура поднимается. Сработало! Да ну что? Получилось! Щиты отключены! Завала? Тут я.
горем пополам с турбиной справился. Это я, что ли? Что же мы будем делать? Уже ничего. Добро пожаловать в мир без света. Что происходит? Не смей смотреть на меня, ничтожество. Твой род слаб, разобщен, дрожит от страха за стенами. Это не смелость. Вы просто забыли о страхе смерти. Позволь, я тебе напомню. Поебал. Вы, стражи, недостойны дарованной вам силы. Я гол. Жми М, блядь. И теперь ваш след. Зато турбину убил. Как-то так. Ну, хороший сюжетчик. Мне понравился.